Поднимаем вытяжку и видим Алексея. Алексей, как вам? Хорошая погодка, завтрак. Машина в 11, мы приехали в Нудлс. Так, ребята, вот так выглядит зал. Мы этого не ожидали, но нам надавали каких-то приборов, ножницы и сказали, готовьте сами. Готовить барбекю, потом еще лапшу сами. Короче, уехали. Уехали. Вот так все это дело выглядит. Здесь будет лапша, вот наше мясо, будем все жарить. Чик, добавляем масло. Я думаю, да. На самом деле все мега просто. Плита, три режима, нам все объяснили быстро. Куча соусов, лихтисовата, говядина, там овощи, которые можно приготовить. Получается очень вкусно, потому что ты готовишь сам, и это вдвойне как бы интересно. Не знаю, это панаджи, это просто базовый продукт. Ребят, ну слушайте, это какой-то фуд-порн. Пока мы пожарили мясо, нам принесли салат и том-ям из акции. Да, это акционы, на них действует скидка, ребят. Том-ям за 11 рублей, это по миску, ну, маленькая цена реально за том-ям. Давай ты попробуешь салат уже. Ой, я уже хочу. Ну, выглядит прямо очень красиво. Слова излишни. У нас с Алексеем следующий этап. Мы будем готовить сами себе лапшу. Здесь острый куриный бульон, здесь фобо. Вот эта вот вся бадья стоит 6 рублей. Мы взяли все виды лапши. Сейчас будем себе варить. Обычно, когда я наедаюсь, я просто перестаю есть. Но сегодня я не мог остановиться. Мы пробовали все. Все закуски, все соусы и все. Все, теперь хочется просто поспать. Но на самом деле понимаем, почему сюда нужно постоянно обязательно бронировать стол и почему сюда люди хотят попасть. В общем, это весело, интересно и вкусно.